Итак, приступаем к обзору и тестированию субрасы под условной нумерацией 23 в моем списке на сервере Sigil City of Doors Expansion. Это големы, они же големы, они же конструкторы. Ну, что можно сказать у данных субрас? Вот каменный голем, железный голем. Или это глиняный? Нет, глиняный голем. А железный голем, айрон голем. И голем с лезвием. Вот, лезвие голем. В общем, у данной субрасы просто неимоверная сила. Плюс 22 изначально в базовых характеристиках, параметрах. Как они там называются? Вот смотрите, сейчас. Так, он будет у нас нейтральный. Големы без сердца, у них железное сердце, поэтому они не чувствуют. Вот основные характеристики, все они называются. Вот в основных характеристиках изначально у них базовая сила идет 30 плюс 10. Вы это понимаете, что это означает? Это означает, что на первом уровне уже сила 40 плюс 15 можно поднять. Итого уронище будет при... Даже без крита урон будет у них неимоверно высокий. Уже на первом уровне они могут снести половину раз, так сказать. Ну как положить в половину других субрас, классов и раз. Воин, ну лучше бы через монаха, конечно, станнера на эти, на кулаки. Вот, кстати, я делал такой на сервере, на командном PvP сервере в ДНД RPG игре 2002 года выпуска Alistorm Lothar Team PvP сервер. Делал я билд монах голем станнер. У него поглоты у големов, кстати, есть. Но сейчас мы его протестим. Я еще, кстати, его не делал, не тестировал вообще голема еще. Да, вот так пускай будет. Силу и тело, как обычно, просто для тестов пойдет. И акробатику, чтобы убегать от так. Вот сейчас я вообще тех игроков, которые на меня напали, воришки, только так зашугал бы. Таким билдом. 40, изначально сила 40, вы представляете, это уже некоторых укачанных, когда качаешь, до 40 не можешь дождаться, тут на первом уровне 40. Сбивание с ног можно сразу же взять. Но мы возьмем могучий удар и скорость. Могучий удар для того, чтобы... Ну-ка, увеличить могучий удар. Нельзя взять сразу ему. Такому-то билду, мне казалось, можно было сразу взять. Нет. Ну ладно, тогда скорость берем. Ну и назовем себя голем. Где нельзя, забанят. Ну-ка, где-то есть же... Вот, голем железный. У нас как раз железный голем. Есть звук подходящий, смотрите. Ну... У меня убавленное, не слышу. Вот он. О, звук. Все. Как бы голема еще конструктора называют. Конструктор. И голем. Ну как бы... А я понял как. Вот так. Железяка. Все. Это же железка, железный голем. Чё, за голема меня забанят, если я назову так, потому что голем не может называться, раса не может носить. А персонаж не может названием расы носить на сервере, это не по канонам РП. Это же РП сервер, среди онлайн будет сразу забанят. Поэтому просто железяка. Они американцы тут, или кто они? Англоязычные тут, ДМ и сервер англоязычный, я точно не знаю, может быть. Американский, еще какой-то, ну, в общем, заграничный. Поэтому они не знают... Что такое железяка, железо? Поэтому можно так себя назваться. Или железо. Что за железяка? Железо. Будется. Во. Как раз подходит. Можно еще железный. Что-нибудь придумать. Железный. Человек. Железный голем. Нет, ладно. Просто железо. Да, железно. О, отлично. Нормально подходит. Все, больше ничего не будет. Кстати, есть голем железный. Еще какие голоса есть? Там где-то был голем глиняный, по-моему, тоже. Смотря какой его субрас выбираешь. Ну вы уже заждались, извините, там ли у вас. Сейчас все будет. Пожиратель разума, если он флеер. Они же и летили. Где-то я видел еще голос такой. Вот голем
Клинкоп, это вот тот как раз был. А глиняный голем. Вот глиняный голем, все есть, все голоса. Все три как раз подходящие. Ну все, железо. Железо, потом будем тестировать сталь, блайнд голем. Но мы их не будем тестировать, и глину. Какой из них лучше? Мне кажется, железо всех лучше, 40 силы изначально. Сейчас, наверное, пофиксить надо будет его. Перезайти предложат. А мне так и так надо перезайти, посмотреть его картинку. Как они сделали данную сыграцию. Но она великая, просто огромная. Да, господи, ты больше. Мой. 14 изначально силы. Это кто? Это у нас Ю... Нет, это у нас Гитьянки. Гитьянки мужчина. Да. Сразу уже узнаю. Ну что же, Гитьянки. ПВП или засал? Да пошел ты на три советских. Ну что там эти... Так, ну что я тестирую. Итак, смотрим. Плюс 15 АБ. Только так попадет по всем. И дамаг. 1 до 4 плюс 18 на первом уровне. Скорость еще. Сейчас АЦ прибавит. 27 скорость. А теперь смотрите, АБ и АЦ прибавится. Все. Вот это я понимаю, монаха надо было качать, а не воина, блин. Блин, надо было. Монах станок через голема. Нормальная такая ПВП. Комбо. Поглощение урона есть? Поглощение урона, ну пожалуйста, да. Поглощение урона, ему нет, критический удар скрыт. И атаки. Магия смерти, паралич, ну все, канона ДНД. Ну-ка, поглощение урона, это сколько у него? 15. Только почему-то Blood Gigione, AC плюс 20. Только у него... Поглощение урона, это только у него почему-то... Ну, хоть инвентарь есть. Только на дробящий дамаг. Ну ладно, не важно. Ну-ка, вот я большая субраса у меня. Можно ли использовать... Ты это, не это, не ходи тут. Они специально хотят теперь пропиариться. Ходят, понимаете ли, на моем видосе. А, нельзя, некоторые субрасы не могут использовать. Потому что только по канонам тут вот такое есть, то не все могут собраться использовать, юзать оружие. Не все. Это только на станера, значит, я вам сразу раскрылся. Почему-то не все сделали. Многие могут, но многие не могут. Пойдемте так потестируем дамажище. Крит. Ну крит мы никогда не дождемся, тут явно уже от голема. 20 опять. 20-ка, когда она выпадет? Сразу на сильных мобов, естественно, идем. У них как раз урон, по-моему. Ух, нифига себе, кто там? Рука сильная. Аура тут была какая-то, вот. От этих исходит аура. Ну что, големов потестили, железный. Железный человек, голем. Ну что, погнали нашу канализацию любимую. Может, монаха станнеров качать, чем 40 изначально. А есть ли сопротивляемость магии? Нет. И, кстати, у них должна быть уязвимость к электричеству, так как железом. Где тут про электричество, что написано? Да, конечно, с ловкостью у них проблемы. Видите, написано там все про ловкость. Все в силу. Ну, для воина, для берсеркера, ух, какой же тут дамажище будет. У берсеркера всех больше дамаг можно делать. Яростный берсеркер, есть такая, есть такой класс. В ДНД РПГ игре 2006 года выпуска на интернете 2. Так вот там с великого могучего удара можно берсеркера до плюс 52 дамаг при обычных характеристиках. А, 40 изначально, я даже не знаю какая там, под 100 сразу. Гриты неимоверные, наверное, под 700 вот с косы, например. Или под 1000, я не знаю. В касте под 1000, наверное. С одного крита 1000 погаснет. Ну что, где там все враги? Давайте сразу крит. Сколько крит? Под 40 на первом уровне. Ну и что, значит, потестили? Я же за критом сюда шел. Все. Он его приплющил ногой, все на этом. Чуть не забыл. А вот и картинка железного голема, изображение. Вон как его изобразили разработчики данного сервера. Sigil City of Doors Expansion.